Всем привет! Вы на канале Татьяна Ковальчук. 2 дня назад я замачивала семена огурцов вот сюда, в эту плошечку, в мох. И сейчас посмотрим, как они уже проросли. И я их буду высаживать. Но перед этим я хочу вам показать еще один вариант использования мха. Вот смотрите, вот такое у меня пластиковое ведро. Я положила здесь мох. Залила его водой хорошей, нехлорированной. И вот он постоял у меня 2 суток. Слила вот в такой сосуд и разбавила наполовину с обычной водой, ненастойной. Вот вам, пожалуйста, сюда опять залила, еще постоит 2 дня, опять же солью и больше уже заливать не буду. Это у нас получается что? И подкормка для растений. Тот же энерген и стимулятор роста. Все, что хотите, можно поливать и рассаду, и комнатные цветы, и черенки. Ну и все, что хотите полить. Ну давайте посмотрим, что у нас теперь с этими огурцами. Я сеяла 3 семечки. Посмотрите. Вот они, 3 семечки. То есть они за ночь уже проклюнулись. И сейчас у них даже уже росточки зеленые, и скоро семидольки отделятся. И я их хочу высадить каждый в отдельный стаканчик. Вот такие стаканчики приготовила. На дно опять же помощник мох положила. Стаканчик. На дно немножко мох. Хорошую питательную землю. Сделала углубления вот такие вот большие. И сейчас я хочу достать эти семечки. Так вот отделилась прослойка мха. Вот так вот. И вот смотрите, видите, как корни прошли насквозь. Третий поменьше корешочек вот он лежит. Я хочу просто разделить, чтобы ничего не повредить. Можно было взять ножницы. Можно аккуратненько разорвать. Одну часть отделила. Вот этот росток. Вот этот корешок. И вот с этим кусочком мха я прям опускаю в горшочек. И аккуратненько вот так вот мох этот утоплю в ямочку, которую я сделала. И слегка присыплю землей. Даже если закроется росточек, я полью, и он все равно выскочит. Земелька сядет. Росточек не видать. Ну вот он, чуть-чуть видно. Он выскочит. Завтра он уже будет стоять. Вот здесь еще осталось немножко земли, можно будет подсыпать. Сейчас он день-два он подрастет. Еще потом подсыплю, если подтянется. Ну, поставлю, конечно, под лампы. Если подтянется, подсыплю землю и буду ждать, когда растение оплетет корнями уже достаточно почти весь этот стаканчик. И тогда уже буду переваливать. А переваливать буду в более большие стаканы, такие, которые я делала сама, с помощью поддона и подложки тепленькой. Вот эти я тоже разделяю. Точек, корешочки. Сейчас опустим и второй. Такие большие стаканы сделаю, чтобы было удобно потом вытаскивать, потому что все, наверное, знают, что огурцы не любят пересадку.
Надо очень по-хитрому подходить к пересадке огурцов. Вот огуречной рассады этой маленькой. Ну, я для себя этот хитрый способ нашла. У меня на канале есть видео, как я делаю сама большие стаканы для огурцов. Ну, я делаю всегда 2 или 3. Скажем так, для раннего урожая. А этот у меня огурчик маленький лист. Поэтому взошли они хорошо. Это новые семена. Вот третий корешочек. Мох, как я уже говорила, очень хорошо. Даже в теплице потом можно в каждую лунку подкладывать мох. И вот корешок, если видно его, он не только прямой вниз пошел, но уже вот здесь маленькие боковые корешки. То есть проращивание в мохе дает очень хорошее корнеобразование. Потом я еще хочу один или два других сортов посеять, потому что эти я еще не знаю, какие будут на вкус и понравятся ли они нашей семье. Но проверено, естественно, посажу для раннего урожая сорт Герман, ну или же изумрудный поток салатный. Вот, посеяли эти огурчики, то есть уже высадила их. Здесь у нас семидолечка, вот еще она есть. Там в земле осталось, а здесь так получилось, что она... Ничего страшного. Они быстро к свету потянутся, найдут дорогу. Вот такое видео хотела показать, поделиться еще о применении мха. Вот такой вот эликсир, пожалуйста. Пользуйтесь, у кого есть мох, очень хорошо. На этом я заканчиваю. Спасибо, что смотрели. Всем всего доброго. До свидания.